Послушайте, мой возраст позволяет мне со 100% уверенностью сказать, что, конечно же, кризис будет. Почему? Потому что вот все те институты, академии, университеты, которые я закончил, и даже школу, они заставили меня представлять вот тот мир страшный, капиталистический, гадкий, разлагающийся, умирающий, загнивающий и так далее, как некое сборище, ну, практически идиотов, которые постоянно находятся в ситуации либо предкризисном, либо послекризисном. И, конечно, главная жизнь капиталистической страны – это кризис. Ребята, мы вступили в капитализм 20 лет назад. Причем настолько очевидно, что вся наша экономика подчинена тому, что происходит за рубежом. Я имею в виду, прежде всего, банковскую сферу. Ну, недаром же у нас, так сказать, не юани на всех углах, так сказать, написаны их курс, да, а все-таки евро и доллар. Поэтому, конечно, кризис будет ровно таким, каким он будет во всем мире. Просто, может быть, там с неким запозданием, учитывая там наше пространство, наш менталитет и все остальное, кризис будет.